никогда не был богом. И ты никогда не был человеком. Это из-за тебя он убьет Марту. Что это значит? Почему ты назвал это имя? Найди его. Спаси Марту! Почему ты назвал это имя? Марта, почему ты назвал это имя? Стой! Пожалуйста, останови! Почему ты назвал это имя? Так зовут его мать! Это имя его матери!